2 августа в России, конечно, в Твери отметили День воздушно-десантных войск России. Традиционно 2 августа на улицы города вышли мужчины в тельняшках и голубых беретах. В окнах машин появились флаги ВДВ. В этом году воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня основания. Воинов-десантников и ветеранов ВДВ с праздником поздравил губернатор Игорь Рудени. Глава региона подчеркнул, воины-десантники со времен Великой Отечественной войны служат воплощением верности Родине, высочайшего боевого мастерства и мужества, готовности решить самые сложные задачи на поле боя. В столице Верхневолжья прошли праздничные мероприятия, подготовленные Тверским региональным отделением Союза десантников. Основные из них состоялись на территории парка Победы. Здесь развернули выставку оружия разных исторических периодов, парашютных систем и средств спасения. Особый интерес у юных гостей праздника вызвали образцы военной техники. А десантники поздравили друг друга с праздником и вспомнили о незабываемых годах службы. Он наш самый знаменитый день ВДВ. Он каждый 2 августа. Сначала Литва, потом Псков, 76-я, 234-й полк. Это моя молодость, моя жизнь. Долгие годы, что нам дала армия.